Поджог машины начал с колеса. В понедельник он развел костер под микроавтобусом на улице Володарского, это в Сестрорецке. Во вторник его поймали. Задержанный уже был судим за побои, а еще ждал приговора за кражу. Дело неделю назад в суд передали. Мужчина находился под подпиской. Теперь, скорее всего, время до приговора скоротает в камере.